Всем добро пожаловать на мой канал, и сегодня будет видео о таком фаленопсисе, как Jaho Kitty Face. Вот ее название сзади на бирочке. Сейчас покажу вам, что отсвечивает. И она, как вы можете видеть, таких небольших размеров на данный момент. Но это не мини-орхидейка, это полноценная орхидея в дальнейшем будет. Просто сейчас у нее идет наращивание корневой массы. У нее было где-то два корешка, и это абсолютно не считается реанимацией, потому что на реанимации орхидеи находятся, не имея корней. А данную орхидею, когда даже у нее было два корня, я никогда не могла причислить к реанимационным. Поэтому не хочу, чтобы вас вводили в заблуждение, не обманывали люди на других каналах, выставляя здоровые полноценные орхидеи с кучей корней под видом реанимации. На данный момент этот цветочек где-то сантиметра 4, но, естественно, размер цветка будет постепенно увеличиваться при последующем цветении по мере роста корневой массы и листовой массы этого растения. На данный момент времени это всего лишь два цветочка ожидается, но, по-моему, очень замечательная орхидейка. Основной цвет такой светло-светло-лимонный, и в центре он нежно-розовый. Аромата на данный момент орхидеи не имеет, но в дальнейшем я буду наблюдать. Вот ее корешочки здесь. То, что она уже успела нарастить, полузакрытая система, ей очень понравилась. Тургор листиков у нее тоже замечательный. И я благодарю всех за внимание. Всем до скорых встреч!